Рэй, кажется, последней сцены нет. Когда принцесса возвращается на Луну. Одна девочка хотела нарисовать ее. Она занимается ей. А, та девочка. Ей нравится принцесса Кагуя. Она хочет стать принцессой Кагуя. Она думает, что ее умершая мама живет на Луне. Мама не умерла. Она вернулась на Луну. Хотя это словно сон. Рэй. Эрика. Что случилось? У меня не получилось. Ты не там закрасила. Что мне делать? Все хорошо. Просто возьмем и закрасим. Отлично, Рэй. Принцесса Кагуя очень похожа на тебя, Эрика. Она едет увидеться со своей мамой. Да. Моя мама тоже на Луне. Тогда они, наверное, друзья. Да. Вот как. Мама Рэй тоже. Но он не живет в роли, который готовит рисовые пирожки.